Счастливый гиджет. Пока, Мел. Увидимся. Будь умницей, Хлоя. Макс, до вечера. Хотите знать, о чем думают ваши любимцы? О, я так по ней скучаю. Ура, вернулась! Телефон забыла. О, разлука невыносима. О чем они говорят? О, как поживаете? Ага, прекрасно. И что делают, пока вас нет дома? Чем займешься сегодня? Посмотрите, мои планы перед вами! Бам! Бам! Совсем наш пушистый рехнулся. Макс, знакомься, это Дюк. Твой новый братик. Хлоя! Катастрофа! Поступлю как настоящий друг и буду предельно откровенна. Мне плевать на тебя и на твои проблемы. Теперь это мой дом и моя новая кровать. О, Дюк, Кэти так расстроится, когда увидит это. Она будет вне себя. Одна ваза делов-то. Ты в этом уверен? А зря. Ой, какая досада. Привет! Это твой новый сосед? Да, но он скоро съезжает. Эй, Макс! Отдохни! Что тут за разборки? О, господи, кто это тебе дал? Стойте! Макс пропал? Где наш Макс? Говори! Помоги! Не отводи глаза! Сюда смотри! Покуха, парни, я смотри! Просто не обращайте внимания, ясно? Я найду вашего друга. Как здоровье, старина? Пора лично. Класс! Ходишь как зверюга! Я настоящий герой. Немного мокрый, но нереально крутой. Тайная жизнь домашних животных. Будь паинькой, Леда. С 18 августа.